Внедрение передовых технологий в сфере дошкольного воспитания. Яслисад Ашикаспан подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с Союзом детских общественных объединений «Жулдыз». Он предусматривает совместную разработку и внедрение экспериментальной программы развития «Мир детства». В чем ее особенности, расскажет Ольга Загоруйко. Новую программу дошкольного образования «Мир детства» разработали педагоги яслисада «Ашикаспан». Использовали лучшие достижения казахстанских и российских специалистов. Новаторский проект педагоги презентовали руководству Республиканского союза детских организаций «Жулдыз». После детального изучения Елена Дмитриенко подписала меморандум с дошкольным учреждением. Мы берем на себя ответственность научно-методического обеспечения и поддержки. Обеспечение – это не значит, что мы будем сами разрабатывать что-то. Мы обеспечиваем консультации, проведение семинаров и с международной экспертизой. И будем стараться помочь оформить все это не просто документально, а еще в виде методических пособий, чтобы можно было потом издать в рамках действующего законодательства и с привлечением экспертизы Министерства образования. В программе развития детей в Ашикаспане используются современные методики. Это монтессори-педагогика, а также оздоровительные упражнения. Например, чтобы уберечься от простуды, на уроках музыки дети играют на дудочках или флейтах. Своим опытом североказахстанские педагоги готовы поделиться с коллегами. Начинается разработка методических пособий для дошкольного возраста. Это «Мир детства», «Балалар Эльме». Это будет, значит, разрабатываться методические пособия, приобретаться какие-то наглядные материалы, оборудование, может быть. Ну, конечно, впереди задача очень огромная, очень большая ответственность. Всего в Ашикаспане работают более 70 человек. Дошкольное воспитание здесь получают 242 ребенка. Ольга Загоруйко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.